Парковка вместо детской площадки, опасности вместо семейных прогулок. Общественные советы Самары ищут компромисс, как сделать двор для всех. Кому это уже удалось и куда обращаться, наши корреспонденты узнали. На этой площадке на улице Фадеева дети не гуляют уже почти 10 лет. Ходят в соседний двор. В своем даже по тротуару не пройти, все заставлено машинами. А по вечерам тут вообще играть можно только в прятки. Во всем дворе нет освещения. Мы хотим загородить забором детскую площадку, обустроить, чтобы хотя бы горки, качели построить. Здесь не погуляешь, потому что тут и пьют у нас собаки на детской площадке. Еще 5 лет назад это был тихий двор. В последнее время он все больше напоминает бетонную стоянку. Больше всего достается пешеходной зоне и газонам. Проблемы решают на общественных слушаниях. Парковок никаких. Одна грязь и парковка, как дождик льет, все наливается у нас. И грязней нашего дома во всем микрорайоне нет. Вот наш самый грязный дом, 72-й. Пишем, жалуемся, и все, на нас средств не хватает. Такая же ситуация на московском шоссе 121. Однако, благодаря проекту на связи с губернатором, жильцы добились установки современной детской площадки. Наводят порядок и еще в двух дворах, на улице Старозагоры, 56 и 64. Благодаря общественным советам мы как-то смогли поднять жителей, ну, так скажем, чтобы они вышли действительно из своих квартир и немножко поучаствовали в активной общественной жизни. И это действительно помогает. Есть инициативные, активные очень, которые хотят улучшить состояние нашего микрорайона. Именно таких активных и инициативных ждут в районных советах, выборов, которые пройдут 13 сентября. Смысл реформы местного самоуправления – сделать власть ближе к людям, чтобы проблемы каждого отдельного двора можно было решать быстрее и сообща. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости Губернии.